Жилет на лице. Полевой
следующие полосы. Главы для покрытия дверей. Аварийные выходы из салона ресторана расположены по бортам главной палубы. Отмасательные платы находятся в задней части верхней палубы. Для выхода на открытую палубу гости могут приобрести данный покрывал, изготовленный из высокотехнологичной материи. Если вам повезет, они не думают, что покрывало серебристой стороны Сигара, а также солнце по защите солнечной стороны на деньги серебристой стороны. Рэдисон Ройл Отель Москва желает вам хорошо провести время в порту круизного сезона. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады видеть вас здесь, на этом замечательном корабле. Мы, это ансамбль «Cigar», мы играем джаз, играем его в рамках программы «Речной джаз» при поддержке «Джаз и Фэм». Мы будем играть самую разную музыку, будем широко трактовать джаз. А джаз и пароход – это понятия, которые слились вместе еще 100 лет назад. На реке Миссисипи ходили пароходы, и там играли джазовые исполнители, примерно то же самое, что играло сейчас. Мы сыграем сейчас пьесу тоже, в общем, из того же периода, она называется «Basin String Blues». You better show me what you do. If you don't want to, don't put it down.
джазовые баллады. Песня называется When I Fall in Love. Когда я влюблюсь, или когда я полюблю. Вот так вот.
классической музыки мы сыграем несколько более поздние пьесы. Джаз дал жизнь многим музыкальным стилям, в том числе и стилю фанк. Мы с удовольствием играем эту музыку, сыграем сейчас пьесу, которая называется «I just want to make love to you». И будем переводить название песни, все взрослые, все знают, что это означает. Sweetest thing I know. Baby, it's
Restream. Вернемся обратно к традиции джазу и сыграем пьесу из 40-х годов, она называется Собственно, речь идет о танце, популярном в те годы, назывался джайв. В принципе, он и сейчас есть. Вот эти вот безумцы, которые танцуют спортивную рок-н-ролл, танцуют джаз, свинг. Те, кто все это умеет, я их искренне завидую, на самом деле. К сожалению, не умею никого другого, но, слава богу, контрабас избавляет меня от необходимости двигаться красиво, поэтому можно играть и петь. Итак, пьеса называется «Hit the Jive Jack».
Мы попозже сыграем еще. Вот так, на самом деле. Ансамбль Сигарков. Да. Мы немножко отдохнем и вернемся еще. Thank you.
You love.
89.1 FM. Радио Джаз. Marvelous, too marvelous for me.
You're just too marvelous, too marvelous to wait. Like glorious, glamorous, that open chamber and mirror. It's all so wonderful. Nobody knows that you belong. There's no difference from your own.
Thank you.
Thank you.
представляет артистов. Михаил Жижин, рояль. Да. Петр Соловай, барабаны. И меня зовут Денис Матвей. Спасибо. Да, ансамбль называется «Cigar», никто не курит при этом. Но так получилось. Ансамбль назван был так давно, все стоит побросать. Мы вернемся к традиции, к свингу, песням из старого джаза и сыграем пьесу, которая называется «Изюзюзи Эй Матвей». Будешь ли ты и не будешь моей девушкой? Вот так. Название этой песни, она была написана в 44-м году, в 43-м. Звучала в разных фильмах, и в том числе в том же. Декор поет ее и играет на контрабасе. Это самое удивительное, как вы это слушаете, если интересно, посмотрите. Итак, «Изюзюзи Эй Матвей». I'm here to see.
brand new. Thank you.
Спасибо. Группа Cigar, мы делаем маленький перерыв. Thank you.
Thank you.
that you're just. Yeah.
Coated with a book.
что помимо того, что мы играем в жизни, мы еще играем на свои, в том числе мы даже несколько сыграем, просто это не заметили. И сейчас мы играем песню, которая называется «Амганты Бильмага», «Без хранить тебя в твоем сердце». Грустная-прегрустная песня, несчастная любви, можно сказать, трансляция собственного опыта. Истоки джаза — это ритм и блюз, это госпел и рок-сон, рабочие песни. Мы сейчас сыграем как раз настоящий госпел, который называется «You Gotta Move». Собственно говоря, госпел — это духовные песни, которые исполнялись и исполняются до сих пор в популярных жанрах, исполняются в церкви, и одна из таких песен «You Gotta Move» — ты должен двигаться, когда Господь тебя должен идти.
играет традиционные песни из традиционного джаза, самое что у меня есть за автором Юбелингтона, она называется «Налево тон». Написана она была года в 30-х, в 35-м-32-м. В общем-то, это и есть тот самый «Эвергрин», вечно зеленая розовая тема. Took you long away.
Thank you.
Так,
12 ширину. Итого 12. 6 и 2 – 12.